Хотя наша планета называется Землей, ее поверхность в основном покрыта водой. Вода течет внутри нас и является движущей силой для всей природы. Вода – это продовольствие, процветание, энергия, жизнь. На протяжении веков она была основой продовольствия. Однако сегодня слишком много людей остаются без воды, в то время как другие воспринимают ее как должное. Стремительная урбанизация, население и экономический рост, изменение климата создают дополнительную нагрузку на водные ресурсы. Потребляемые нами продукты и способы их производства влияют на наличие и качество воды. Преобразуя продовольственные системы, мы можем повысить эффективность использования воды и сохранить наши океаны и водные пути. Давайте вместе беречь нашу воду и создавать устойчивое будущее. Вода для жизни. Вода для продовольствия.